10 номинаций, 25 победителей. Лучших в профессии сегодня поздравил глава города Сочи. Городской конкурс «Сочинские мастера» проводится на курорте с 2012 года. Его цель – повышение престижа высококвалифицированного труда. Всем спасибо за то, что вы работаете на благо нашего города, на благо всех наших жителей, всех наших туристов. Хорошо, когда есть вы, когда есть ваши коллективы, ваши победы. И советую вам всем всегда поднимать всегда планку. Добились определенных результатов, переговорили со своей командой и новые победы. И тогда мы будем еще больше, еще сильнее, и о нас будут слышать многие будут больше приезжать людей. И в итоге у нас в целом будет все всегда хорошо. Номинаций в конкурсе 10. Лучший общественный деятель, лучший работник туристической, потребительской сфер, сферы экономики, физкультуры, образования, отрасли культуры. Знак почета за профессиональное мастерство сегодня вручили и Ксении Ашченко. Она хореограф, пишет научные статьи на тему балета, а танцевальный коллектив Ксении – постоянный участник всех городских мероприятий. Конечно, это безумно приятно. И то, что глава нам вручает очень много теплых слов. Очень приятно увидеть коллег своих, услышать, кто в какой сфере, сразу, может быть, как-то себе наметить, с кем бы я смогла дальше работать. То есть это очень ценный опыт. После вот таких мероприятий хочется еще больше идти к каким-то новым завоеваниям и как бы достигать поставленных целей. Это прям воодушевляет очень сильно. Напомню, конкурс посвящен Дню города, который Сочи отмечает 21 ноября. Празднование же продлится по воскресенье включительно.